Благовещенский мужской монастырь более строгий, чем Троицкая обитель. Он основан стараниями Ивана Грозного, переживал годы расцвета и упадка. Старейшее здание – это главный монастырский собор, освященный в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он датируется XVI веком. Высокая постройка отличается от других высоким резным крыльцом. В нем никогда не прерывалась молитва. Главные святыни – мощи благоверных князей Константина, Михаила и Федора, иконы преподобному Илье и святым Петру и Февронии Муромским. Объединяет две обители площадь, называемая Крестьянина или Троицкой. В 2012 году в самом центре был установлен памятник благоверным супругам. С тех пор зародилась традиция приезжать к постаменту новоиспеченным супругом и тереть нос кролику, сидящему у ног угодников Божьих. Он символизирует плодородие семьи. На этом я заканчиваю, дорогие друзья, свой рассказ о нашей поездке в Дивеево, заездом в Муром. Кому понравились видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания и удачи вам.